сорт сверхострого перца, нагло-бро, нагло-коричневый. Этот сорт относится к сверхострым сортам. Я выращиваю его в 6-литровом горшке. Высота такого кустика, сейчас мы померим, от горшка. От горшка получается 35 сантиметров. Вот высота куста. В открытом грунте он будет, может достигать 60-70, в некоторых случаях до 1 метра высоты. Вот такие вот коричневые стрючки. Если будете выращивать в открытом грунте, они будут во много раз крупнее, чем, к примеру, в горшке. В горшке они гораздо меньше. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Это помесь двух сортов Пхуджалокии и Дугла. Вкус этого перчика фруктовый. Очень интересный сорт, очень высокоурожайный. Высота такого куста, если будете выращивать в теплице, может достигать выше 1 метра. Срок созревания такого перчика 120 дней. И очень-очень большое количество перца. Если посмотреть, вот посмотрите, там еще зеленые висят. Созревает он вот от такого зеленого до коричневого цвета. Кустик небольшой, компактный. Цветет, вяжется. Видите, вот еще молоденькие плоды висят. Вот на этом кустике я считал 27 плодов. Острота такого перца от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч по шкале Сковилла. Это очень и очень острый перец. Он неприхотливый. Хорошо цветет, хорошо плодоносит. Видите, вот он сейчас навязал плоды. Эти плоды придется собрать. И тогда он начнет опять выбрасывать новые цветоносы и вязать новые плоды. На рассаду такой сорт лучше высаживать где-то с 10 января, потому что он начинает созревать от 120 дней. Он может созревать и до 160 дней. Все в зависимости, как вы будете за ним ухаживать, где он будет у вас расти, чем вы будете его кормить. Горшки не обязательно очень большие. Кустик, как вы видите, очень и очень миниатюрный. Вот я перцы изначально удалил все с крестовины. И как вы видите, какое большое количество плодов навязалось на этом перчике. Он не занимает очень много места, очень компактный. Так что я советую всем выращивать такой перец у себя дома. Он очень и очень острый и очень плодовитый.